Короче, не знаю, что произошло. Ну нет, я полплаты выкусил там. Вот такую маленькую платку надо встроить в корпус. Это вот такая вот микросхема там сгорела, там еще вот, ну, понял, да? Вот я часть платы выкусил вот здесь и впаял новую вот такую. И вот, смотри. Видишь? Она грелась, перегревалась. О, сейчас ледяная. Не знаю, что случилось, короче. Ну вот. Хоп, заработала. Я ее перетыкнул просто пару раз. Включил, выключил. И заработала. Блин. А до этого провода раскалялись, пока я его там полплаты не выкусил. Прикольно. Там прямо аж дымились детали. Прям сами они выпаивались оттуда, поэтому дорожки поднялись. Прикинь. Так что, Славка, не покупай. Я соберу. Пока что еще ничего не понятно, я не собрал. Вот как только соберу, все заработает, все зашибись, если чего, потом привезут тебе.